больше аплодисментов. Спасибо, что пришли. Если мне с мебелью получилось создать новый стиль, то и в поэзии я пытаюсь тоже порадовать вас, дорогие мои слушатели, зрители, или вообще те люди, которые следят за нашим творчеством. Книга называется «Бегас». Удивительным образом она вышла вчера. Мы, конечно, старались, но так получилось, что именно к концерту, и я сделал такую красивую фигуру. Как ни странно, «Бегас» является источником творчества для поэтов и для людей, именно которые занимаются творчеством. Так что, если будет возможность полюбоваться на моего Пегаса, конечно, я его делал с натуры, потому что у меня источник Виктория Юрьевна. Их подпросили намного, но я старался, и но самое главное, это все в этой книге. Для вас, дорогие мои, давай. Во-первых, у меня микрофон устал, как Пегас тоже, пей дух. Я хочу сказать, дорогая публика, что вчера Вадим Борисович был отмечен большим орденом, большой наградой за честь и славу. И мы хотим поздравить его, потому что вручение премии и награды состоялось в большом зале правительства Москвы. Многих людей там чествовали. Великие люди, великая Россия. В общем, награда нашла своего героя. И действительно приятно об этом говорить, цветы в студию. Я очень хочу, Вадим, действительно тебя поблагодарить. Вы знаете, мне так интересно жить с этим человеком. Он действительно настолько творческий, настолько неординарный и гениальный, что иногда, знаете, я думаю, ну сейчас я, наверное, уйду куда-нибудь, ну, плачу. Найду. Нет, нет, такие стихи, ну как я брошу, я же должна вдохновлять. Поплачу, посиди, поплачу вместе, и опять новое что-нибудь напишу для вас, мои дорогие. Поэтому я, Вадим, тебя от всего сердца поздравляю. Ты 30 лет пишешь стихи, он так упирается, говорит, я не поэт, я не буду писать стихи, ну, не называй меня поэтом. Ну, что, это есть
работа над словом, потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я думаю, что мне лично силы дают именно его замечательные слова, не просто замечательные, а истинные слова. Вы знаете, когда нет никаких сил, и иногда даже нет никакого желания, я пою этот текст, я произношу эти слова, и ко мне приходят минуты откровения, катарсис, слезы. Спасибо тебе, мой дорогой. Пиши, смотри, попробуй. Она будет всегда тебя мучить рядом с тобой. Вот у меня написано стихотворение, которое меня потрясло, потому что сначала я прочитал старца Лаврентий Черниговский, украинский старец, и он слова такие: «Как невозможно разъединить Святую Троицу Отца, Сына и Святаго Духа, так невозможно разъединить Святую Русь, Украину, Россию и Белоруссию». И дальше у него, но это правда. И дальше у него пророческие слова, что все восстановится, что в России будет новый царь, и что, это у многих у старцев, что наши народы объединятся. И вот перед сожжением мы приехали на концерт в Одессу. И вот это происходило в апреле, а все там 2 мая. И мы видели этих людей, встречались с ними. Это были простые люди, которые верили в эти слова, которые также говорили, они не были агрессивно настроены, а все, что дальше случилось, вы видели сами. Так вот, несколько строк. «Мы во веки веков будем братьями, пред иконами и распятиями, и с молитвами православными перед Богом мы будем равными, вместе с старшими или с младшими будем плакать навзрыд над павшими и обнимемся и покаемся, если живы в бою останемся, и если нет, то на зло предателям даже мертвыми будем братьями, чьи сердца нашей верою дышат, всех утешат и всех нас услышит. Русь великая, неделимая, православная, три единая». Вика Цыганова поет для вас песню «Это родина моя!» Открывает и весь зал храма Христа Спасителя. Поет «Это родина моя!» Она поддерживает очень здорово. И песня была. Спасибо.
когда тяжело и с голосом. Ну, можно я расскажу, Вик, правда? Все не надо, плохой кому-то. Я о себе хотел сказать. Я вот правда, о себе. Какой я плохой человек, что мучает тебя. А тебе спасибо. И песня, которая называется «Офицеры России», наверное, сегодня она должна прозвучать, потому что на нас ополчился практически весь мир окаянный. И помните, что Господь не мир принес, а меч. У нас другое предназначение в России. Мы русские, а русские – это не национальность, это дух. Самые лучшие русские, я всегда говорю, это негр Пушкин. Самые лучшие русские писатели – это Гоголь, Лермонтов, Высоцкий, нас миллионы. Знаете, почему они нас боятся? Потому что дух победить невозможно, убить невозможно. Те, кто любит унитазы, это Абрамовичи золотые. А мы любим нашу землю, нашу культуру, наших людей. Офицеры России, мое слово, Вика Цигановы. Слушай, Вадим, а я написал для открытия чемпионата в России. Если кто-то есть знакомый Мутко, скажите, мы ему обязательно передадим. Уж очень хорошая музыка. Фио Заноти! И, конечно же, мы приглашаем на эту сцену, потому что новый проект, новая музыка. Но как она звучит? Это Вика Цыганов. Вика Цыганов. Фио Заноти. И для вас... Любимая публика, конечно, это тест-драйв, проверяется на вас. Но когда, понимаете, когда проверяется что-то такое, что может остаться на всю жизнь. По-моему, вот у меня со мной это произошло. Я очень надеюсь, что и с вами это сейчас произойдет. Фио Заноти, Вика Цыганова, группа «Облака» и ваши аплодисменты.
этого момента. 20 лет. И как бы молодой, мы все были молодые. И мы верили в нашу звезду. Мы верили в то, что эти песни люди услышат. Если я услышу. И Пио, когда я к нему пришла, я говорю: Пио, я тебя 20 лет ждала. Он сказал: я тебя ждал 20 лет. Друзья мои, счастье. Премьера «Облака». Группа «Облака». Пио Цигановы, Вика Цигановы, Москва. Премьера.